Поговорим про выезды. Выезды у меня все они бесплатные. Потрясающий вид отдыха, тем более если безвозмездно. Получается фильтром активных, интересных людей, иногда даже склонным к каким-то таким приключениям и авантюрам. Но поет или не поет? Слышал хоть раз? Они звучат по-другому. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий Целищев, и я в моменте. Сегодня в моменте вместе со мной Аркадий Олин. Аркаш, привет. Привет, привет, Дмитрий. Аркадий Олин, автор блогов по туризму «Затерянная Вятки» и «Затерянная Россия», модель, музыкант, человек с золотыми руками, который производит лофтовую мебель, в том числе те самые зеркала с лампочками. «Затерянная Вятки». Как давно был дан старт этого проекта? Вот что является стартом? Какой день? Вообще, если считать прямо официальным стартом, то это 7 мая. Помню в тот день, когда я вышел на улицу и сделал первое видео, видео-приглашение «Подписывайтесь на мою группу», это было 7 мая. Так что чуть-чуть уже и ровно год официальный. Какой рост паблика произошел за этот год? Сейчас не хватает всего лишь 300 человек, и будет круглая цифра 30 тысяч. То есть Вау. Чуть менее, чем за год. Ну, вот без двух недель буквально. Большой интерес у жителей региона, я смотрю по статистике, даже у гостей вот и из соседних регионов есть как бы интерес к красотам Вятского края. 30 тысяч почти за год. Ну и вот за этот год это вообще сезонная история, либо и зимой выезжаете? Ну я могу так сказать, что когда сходят снега, живые встречи и выезды бывают почаще, потому что в снег не особо куда можно добраться, только до мест, где несложный маршрут проезд, или, например, по музеям каким-то. Как, в каком формате, давай для телезрителей еще раз расскажем, происходят эти путешествия? Вообще, в первую очередь, блог «Затерянной Вятки» – это популяризация красот Вятского края, популяризация внутреннего туризма, возможно, даже за счет красивых фотографий и материала увеличение туристической привлекательности региона, потому что, как позже выяснилось, что на территории Кировской области больше чего можно посмотреть, чем у наших соседей. Об этом чуть позже расскажу. Поэтому, в первую очередь, это все-таки, наверное, просто популяризация на этом блоке нацелен. А все наши встречи и выезды – это как небольшое дополнение, чтобы группа была живой, динамически развивалась, то есть там вот кто участники, ребята там съездят, приедут, выложат посты, там попутешествовали, ссылки, другие люди смотрят, и такая вот у нас сеточка распространения информации получается. Поговорим про выезды. Ну вот, что они из себя представляют, какие они бывают, и ну, фантастическая популярность за год, если примерно 30 тысяч зрителей, подписчиков паблика, то и количество желающих в эти выезды отправиться, соответственно, тоже растет. В действительности, интерес у жителей Кирова очень большой. Много кто с нами отправляется в путешествия. По большому счету, вот сразу вот справедливо сказать, я не являюсь ни экскурсоводом, ни гидом, я просто популяризатор и с возможностью присоединиться вот к этим небольшим путешествиям, чтобы посмотреть на достопримечательности и на природу. Поэтому это выезды у меня все они бесплатные. Для этого достаточно иметь какое-то минимальное снаряжение. Ну, там может быть, если не с ночевкой, то это спальник, котелки какие-нибудь там, палатки обязательно, конечно же. И быть на своем автомобиле или найти, кому подсесть. А выезды бесплатно, то есть я там периодически объявляю, там, ребята, мы поедем туда-то, кто хочет на прогулку такую, так сказать, с фотографиями присоединяйтесь, такой формат. Ну, потрясающий вид отдыха, тем более, если безвозмездно провести выходные в компании, ну, любопытных людей, как минимум, да, да. Ну, я сомневаюсь, что, ну, это все, я уверен, что это интересные люди, с кем еще, это конечно, своеобразная комьюнити, клуб как раз, кроме того, как блог и просто там какие-то выезды, путешествия, потом люди в дальнейшем между собой знакомятся, кто-то кому-то становится полезным, там, то есть, если кто-то там в автосервисе работает, например, неважно, там, фотограф, потом просто в дальнейшем полезные знакомства, и вот именно как полноценная комьюнити, но с таким, знаете, как бы, получается, фильтром активных, интересных людей, иногда даже склонным к каким-то таким приключениями, авантюрам. Да, выезды да. далеко, неизвестно, доедем, не доедем, дождь, не дождь, и вот как бы такие активные, позитивные люди всегда с нами. Ну, пары, может, складываются. Было. Я сейчас конкретный пример не могу привести, но вот недавно рассказывали, что вот на одном познакомились и прям до сих пор вместе. Ну, вот я хочу подчеркнуть, что это безвозмездно, что это бесплатно, но что конкретно тебя мотивирует? Это же, ну, все равно какой-то объем работы, маршрут, даже если с ночевкой какой-то выезд, то надо рассчитать, влезут ли все эти люди на поляну.
Или, ну, все равно централизованно закупить, там это же кто-то отвечает за воду, предположим, кто-то отвечает за что-то, но это должно как-то администрироваться. Выезды бесплатно, они просто как приложение к блогу, и тем, кто готов взять на себя ответственность по снабжению себя всем необходимым и отправиться с нами, поэтому особых сложностей нет. То есть люди приезжают, они на своем авто, полностью готовы для всего, и потом мы в какую-то одну такую большую компашку объединяемся. Поэтому как бы особых сложностей не было. Блог до сих пор у меня не монетизирован, все выезды бесплатные для распространения и для продвижения информации. В дальнейшем будет, но я думаю, что это будет через какие-то системы авторского, такого авторской сувенирной продукции. Вот я пока в этом вижу. Ну вот ты сказал, что не экскурсовод. Нет. Не экскурсовод, но тем не менее изучаете те места, куда выезжаете, историю, кто там жил, что там происходило, какие события? На самом деле в большинстве случаев да. То есть если выбирать какое-то место, я уже примерно небольшую краткую справочную информацию знаю, что тут было, там, допустим, какой-то крупный населенный пункт, который там исчез там какое время назад, что было, старые фотографии, то есть это все можно посмотреть и чаще с небольшой такой информационной подготовкой уже приезжаем туда. Есть ли еще неизведанные места в Кировской области, где не ступила нога Аркадия Олина? Где не ступила нога человека, скорее всего, уже нет. Только если прямо глухие-глухие леса, и то, я думаю, что охотниками, вот местными там рыбаками, жителями, скорее всего, все прошли. Где я не был, еще достаточно много. У нас столько достопримечательностей, столько мест, я еще не во всех побывал районах, так что еще этот год я смогу точно в каких-то новых местах побывать, и точно следующий. Каждая достопримечательность, кроме всего, в разное время года по-своему прекрасно. Где-то желтизна листьев, где-то там буйство зелени, где-то там мороз иней, и каждый раз как будто бы все по-новому. Так что в некоторые места можно даже 4 раза в течение года съездить. Вот топ, не знаю, 5 мест, куда и почему стоит отправиться вот в экспедицию затерянной Вятки. Если, допустим, говорить в контексте топ-5 мест, куда отправиться в Кировской области, их тоже можно разделить на 2 типа. Кто никогда не путешествовал из местных жителей и кому отправиться вообще в первый раз, и для путешествия для гостей из региона, которые тоже там не в Кировской области не были, куда отправиться, это обязательно скалы в Советске, потому что там прямо комплекс достопримечательностей, и вообще советский район богат на достопримечательности, это, наверное, самое популярное место, где много всего, там буквально там на каждые 10 километров что-то интересное начнется. Обязательно озеро Лежнинское, как самое глубокое, озеро Шайтан, ну это самые популярные места, которые не очень сложный доступ, Жуковлянские валуны, так как они известны за пределами Кировской области, и Соколья гора, это вообще некое такое мистическое место, легенды про которые ходят там тоже далеко за пределами Кировской области. Это места с несложным доступом, который может доехать любой неподготовленный турист, просто в формате выходного дня, и с чего начать ознакомление с Кировской областью. А есть еще некоторые места, которые посложнее, и это уже такой следующий этап путешествий. Это, например, Атарская лука или поющие пески. Там тоже комплекс достопримечательностей. Там и пески, которые якобы поют в определенную погоду. Но поют или не поют? Слышал хоть раз? Они звучат по-другому. Не как звучат. Песок. Особый гул. От чего? Когда идешь по этому песку, пинаешь его. Чтобы не рассказывать, словами не передавать, лучше вживую один раз попробовать самому попинать этот песок. Ну на что похож? Какой-то такой низкий гул. Скрип, гул вот такой. Как? Наверное, не изобразить. Не изобразить. Да, кроме песков там есть затерянный храм с более 100-летней историей. И еще там обнаружено несколько находок, такие как кости древних копытных, то есть это десятки тысяч лет, и кости мамонтов. И это все примерно в одних местах, в небольшом радиусе, и стоянки древнего человека. И то есть по большому счету, если знать, где все находится, вот на этом участке можно все выходные провести. Кроме поющих песков, есть еще урочище Вагина в Белохолунинском районе, тоже примерно 12 километров бездорожья, но там стоит уникальный затерянный храм, который еще в такой условно в хорошей сохранности, крупный, дорог нету, домов рядом с ним никаких нету, и только он напоминает, что некогда здесь был очаг жизни, и вот когда там рядом находишься, ну, какое-то особое там внутри чувство, которое вот в дальнейшем снова заставляет отправиться к этим местам. Ну и третье место, которое я бы, пожалуй, порекомендовал тоже с условно сложным проездом, это в Юрьянском районе урочище Анкушина. Тоже такой
старый храм, который затерян среди лесов. Тоже такая дорога к нему сложная, но место было с какой-то, с такой, с богатой историей. Проходили ярмарки, дорожные сети, пускай не асфальт, а вот в формате каких-то повозок немного по-другому располагалось. В России очень много мест, которые я бы хотела посетить. Например, у меня есть мечта съездить в Калининград. А какие города России хотели бы посетить кировчане, мы сейчас узнаем. Псков, родина Пушкина, много мест связано. Никакой, я ненавижу города. Я живу в Белой Холунице, там рай у нас. А это все, что суета. Даже затрудняюсь сказать, очень много их, и все прекрасные. Во-первых, Ленинград, Санкт-Петербург – это однозначно. Хотя я в прошлом году была, но там все сразу не посмотришь. В общем, желание есть. Ой, что вы спрашиваете, бабушку за 82, я уже никуда не хочу. Краснодар, наверное. Ну, там тепло, хочется стабильной погоды. Очень много городов хотелось бы. Дай бог, чтобы за жизнь их все посетить, поэтому. Прозвучала фраза: мы выходим на Россию, да? Масштабируетесь или, ну, что это значит? Я могу так сказать, я воодушевился, вот, если можно так сказать, успехом проекта, что он так активно вызвал интерес у людей к таким, к нетипичным маршрутам, и по этому же подобию спустя год я решил повторить, только уже в более крупном масштабе. У меня основной проект – это «Затерянная Вятка», и только «Затерянная Вятка», и только вот пару недель назад я завел еще одну страничку, которая уже называется «Затерянная Россия». Ого! Мне уже удалось пару выездов сделать в прошлом году, просто по интересным местам, Морел, Пермь, и в этом году, уже неделю назад, съездили в Чувашу посмотреть, какие же достопримечательности у них. Что мне понравилось в прошлом году, это было штольня в республике Морел, некое подобие, как скалы в Советске, некое подобие, чуть-чуть в меньшем формате, тоже там известняк, но в нем искусственно сделаны ходы, и некоторые, вообще по истории там были и по 300-400 метров ходы проделаны, когда добывали известняк, делали мельничные жернова. Но сейчас, которые сохранились в доступе, там самый большой был где-то метров 25. Но так как мы живем на равнине, так как пещеры мы редко с ними или вообще не встречаемся, когда заходишь под эти каменные своды, когда холодно, когда полная темнота, опять же такое чувство, такое между страхом, адреналином, чем-то необъяснимым, и вот, который тянет еще раз. Меня впечатлили в Мариэл вот эти искусственные штольни. Где еще? В Чувашии я был в этом году, посмотрел на их достопримечательности. Республика Чувашия – это густо населенный район. Там таких заброшенных мест с историей, как у нас, практически единицы, поэтому мы съездили только по памятникам природы. Были на водопаде Серебряный каскад. Он похож на Бересняцкий, Кировский, ну, по принципу, только маленький. Наш там около 27 метров каскады в общей длине. Ну, это ручей, который там перетекает в несколько ступеней. А у них там тоже такой ручей, ну, 4-метровый. По-своему красиво. Пост уже есть, фотки есть. У нас же равнина, и любые водопады – это нетипичное для нас место. Чувашия один только. И в Кирове тоже, в Кировской области тоже только один. Также повидали их старейшину чувашских дубов. Это прямо дерево, достопримечательность, которому более 360 лет. Побывали на смотровой площадке «Птичий полет». Но это были общие маршруты. То есть вот мы приехали, они в широком доступе, а вот каких-то прям затерянных глубинок еще не удалось побывать. Сейчас собираю информацию, общаюсь с местными, и я думаю, что но это достанет повторить. Это же будут какие-то экспедиции, надо дней на 10 уезжать и путешествовать, ну, потому что каждый раз преодолевать расстояние в 500 километров, чтобы посмотреть одно место, наверное. Поэтому хотя бы 5 в течение выходных. Ну, а можно ли назвать вообще проект «Затерянные Вятки», «Затерянные России»? Это путешествие, либо истории, либо фотографии со смыслом? В моем случае это популяризация достопримечательностей через фотографии. Вот я так это. То есть у меня небольшое описание, просто какое место, как его найти. Вся информация по этим местам просто в открытых, ну, источниках есть. То есть, может быть, местами мои какие-то ощущения и фотографии, которые вот передают атмосферу места. Пока что это все какие-то близлежащие. На данный момент, да. Да, все, с чем это связано? Потому область. Что у меня есть все-таки основная работа, на которой мне приходится ходить вот. И работать. Это же пожирает время. Очень-очень да, сильно. Да, все верно. Блог не монетизирован, поэтому в формате хобби
планирую, освобождаю какие-то выходные и выезжаю. Но поэтому затерянные Вятки – это всегда выезды с тобой, либо они возможны без тебя? Я так могу сказать. У нас большой чатик, там почти на 800 человек. И иногда ребята сами там по интересам могут объединиться, там, ребята, хочу куда-нибудь выехать. И между собой небольшой группочкой, так найти, сказать, единомышленников, сами самостоятельно съездить по каким-то маршрутам. Новым, по повторным, ну или вообще просто в формате какого-то отдыха, досуга на природе. Ну, а в мечтах, вот что касаемо масштабов России, в мечтах куда вот хотел бы съездить? Есть у меня небольшой список, но с легким доступом тут нет вопросов. Можно будет съездить там заброшенные храмы Костромской области. У них там много, у них там целый храмовый комплекс. Это прямо своя атмосфера, множество купеческих таких домов у них там конца 19-го, начала 20 века. Но это условно легкий доступ. То есть я могу в пятницу выехать, в субботу доехать на своем автомобиле, до каких-то затерянных мест прогулять, в воскресенье вернуться. Это легкий доступ, это я даже как бы не мечтаю, это вот я скоро сделаю. А есть маршруты посложнее. Хотелось бы на перевале Дятлова побывать, всем известном, там, попробовать открыть его тайны или хотя бы поприсутствовать в местах тех событий. Мань-Пупунёр – это вот в конце Урала, получается, в республике Коми. Сложнейший доступ. На Байкале, конечно же, я не был, с удовольствием бы побывал. Еще читал, что у нас есть некий затерянный древний город Мангазея. Это уже в Сибири, что там охотники и торговцы через северное моря плавали в Европу, и в устье реки, если сейчас информации нет, я давно читал, сделали такой деревянный город. Он уже не существует, там больше 200 лет, но следы его можно найти, и даже туда периодически экскурсии проводятся. Вот это было бы мне интересно, познать тайны северной Гипербореи по горам, по пещерам. Как к вам можно присоединиться? На маршруты с несложным доступом, ну, где не будет, что мы точно доедем, что точно никто не застрянет, ну, маршруты с общим доступом, я выкладываю их в группе, достаточно посмотреть и присоединиться на своем авто, напоминаю. Но неужели нельзя сказать, что ну, возьмите меня? Такое бывает, но просто кто едет обычно сами уже со своими друзьями, полная машина, можно попроситься, кто-нибудь обязательно возьмет. Ну, впереди майские праздники. Вот я в мае, у меня май вообще свободен пока что. То есть помимо там каких-то встреч, куда съездить? Вот куда рекомендуешь, ну, может быть, несколько мест, ну, пусть будет снова 5. Это уже опять зависит от уровня подготовленности. Куда вы поедете в мае? Поэтому я лучше про свой расскажу. Все верно. Сезон у нас уже начался. Вот эти прошедшие выходные уже были первые выезды, пускай просто на природу. Ну, уже с ребятами, что у нас действует, давайте выезжать. В эту субботу мы отправляемся в село Казань в Слободском районе. То есть у нас есть своя Казань в полутора часа. У нас и Москва часа. Есть. И Москва есть, и много других интересных названий. Там... Можно так сказать, что это эко-село, восстанавливается, красивейшая природа, есть свой дом-музей. В общем, мы едем туда на экскурсию на полный день, но кто-то даже с ночевкой останется, потому что для этого есть все условия, чтобы остаться на ночь. Потом мы едем в майские праздники на скалы в Советск с ночевкой, обойдем все достопримечательности по классическому маршруту и где-нибудь наверху разобьем палаточный лагерь, останемся на ночь с песнями, с кострами. Все наши выезды строго безалкогольные, строго по ЗОЖу. То есть в своем блоге я как бы несу такую ценность, как активный, позитивный, здоровый образ жизни и отдых без мусора. Ну, то есть как бы такой экологичный отдых, мусор с собой забирать чуть-чуть чужого. А через выходные мы еще отправляемся в Богородский район, урочище Бутырки. Одно из красивейших мест, старый лесной такой пруд и на нем сохранившийся такой основательный, с куполами, с колокольней храм. Одно из красивейших мест. Ну, проезд туда только на полноприводном авто, но мы туда точно доберемся. Супер. Аркаш, спасибо большое. Всегда приятно. Желаю удачи. Надеюсь, как-нибудь к вам присоединиться. Возьмите. Присоединяйся. Путешествуйте вместе с нами. У нас есть что посмотреть. Много чего интересного.